В конференц-зале Брестского горисполкома на важный не только для Бреста, но и для всей страны семинар собрались военные, представители общественных организаций, руководители предприятий и учреждений. К обсуждению представлено много вопросов и нюансов, ведь в проекте обновленной военной доктрины подробно изложены ключевые направления трансформации современных рисков, вызовов и угроз в сфере национальной безопасности. В соответствии с поручением президента Республики Беларусь проводится обсуждение положения военной доктрины. Военная доктрина – это главный документ, который определяет мероприятия и меры по обеспечению непосредственно военной безопасности. Если говорить о классификации этих документов, то первый документ – это наша Конституция, второй документ – национальная безопасность, и третий документ – это военная доктрина. Это те документы, которые говорят и формируют нашу политику, чтобы на нашей земле непосредственно был мир. Естественно, каждый гражданин должен участвовать в этих мероприятиях, так как в Конституции записано, что защита нашего Отечества – это священный долг каждого гражданина. Естественно, он должен знать, что написано в этих документах. Военная доктрина – основа для выстраивания и реализации военной политики Республики Беларусь. В обновленном документе можно проследить вектор развития военной политики нашей страны. В частности, подчеркивается, что Беларусь – миролюбивая страна, и ни одно государство ею не рассматривается в качестве врага. В то же время подчеркивается, что белорусы готовы отстаивать свои национальные интересы всеми силами и средствами в случае попыток вмешательства во внутренние дела, угрозы применения военной силы или агрессии. Наша аудитория должна понимать, что сами положения и само направление военной доктрины, оно не изменилось. Что наша политика в области военной безопасности, она является миролюбивой политикой. Мы никому не угрожаем в настоящий момент. Сегодня очень важное мероприятие и для всех граждан нашей республики, и я как руководитель учреждения образования, работая с молодежью, это очень важно, когда мы владеем ситуацией, которая у нас в стране, нас посвящают в те вопросы, вот, связанные и с военным делом. И, конечно, это очень актуально, владеть этими вопросами, знать ситуацию, знать наше будущее, ну и нести это будущее всем остальным нашим гражданам. Ну и я говорю, как директор школы, тоже наше подрастающее поколение, мы должны растить патриотов и должны знать и уметь ответить на все вопросы, которые и по данной теме будут нам или могут нам задавать наше молодое поколение. Обсуждение проекта военной доктрины – это возможность диалога вертикали власти и жителей Брещины, с помощью которого граждане могут узнать, что государство делает для защиты их и страны. Василина Бускевич, Андрей Щерба, Юрий Левантович. Новости Бреста.